Короче, смотри, в чем фишка. Это тоже 770-е. И тоже на 4 гига, хотя здесь даже вот оторвана почему-то вот эта штука. Вот. Но тем не менее, то есть я его уже потестил всячески. Но вот у этих политов, у них частоты меньше примерно на сотку. И это, короче, очень ощутимо. То есть вы можете взять одну и ту же видеокарту, но одна будет оверклок, написано. Там будут частоты буквально на 100 минимум больше. А вторая будет, например, обычная. То есть как вот этот полит без оверклок. Ну и там, соответственно, будет вот на этой конкретно частоты 1050. А на аналогичный гигабайт у нее частоты 1150. И эта разница, короче, ощутима. Той же Dead by Daylight на ультрах. А вот это вот 60 стабильных не выдает, в отличие от 770-ки, которую, ну, у меня тесты есть. Такие дела, такие пироги. Видите, какая разница. Поэтому будьте бдительны и не сорите. От края платформы отойдите.